Хочу реверанс нашему президенту, конечно, он молодец. Его вынудили это сделать, но, знаете, задача политики — создавать определенные альянсы. Китай ведь очень большая страна, которая пошла по определенному пути развития. Мы этого не сделали во времена Советского Союза, наверное, к сожалению, а кто знает. Поэтому в данном случае, конечно, выбиты очень сильные аргументы и будут выбиты у Австралии и у Канады, у стран-сателлитов Америки, потому что они гигантские деньги вложили в создание заводов. Я просто очень люблю РБК, я смотрю всю аналитику, я обожаю Виттеля и мечтаю, может быть, когда-нибудь он пригласит на интервью. Просто необыкновенный журналист. И вообще многие ваши просто одно удовольствие. Я другие каналы даже и не смотрю. Поэтому, конечно, газовый контракт, он существенно развязывает руки нам, нашей стране. Вот. И он политически очень влияет на то, чтобы европейские недальновидные политики просто пересмотрели свои взгляды, потому что Россия стабильный, очень крупный поставщик. Здесь нельзя мешать политику, понимаете? Они теперь уже пытаются замешать политику на экономике, хотя сами всегда считали деньги. Но не будут они по 500 долларов нигде покупать этот газ, потому что это просто невыгодно. Из Америки газ... Ведь, понимаете, американцы обсчитались, они там напутали цифры, нет у них никакого газа, они не могут его поставлять. Вот, поэтому сами заварили кашу. Недаром президент не планирует встречаться с президентом Соединенных Штатов. Вот. Поэтому это очень хороший шаг, он как раз вовремя для поднятия престижа нашей страны. Нам, как гражданину страны, это выгодно, понимаете? Потому что американцы, например, при всем уважении к этой стране, как самой высокоразвитой экономике, они считают то, что им выгодно. Поэтому пора, наверное, и нам тоже считать то, что нам выгодно. Нам это выгодно.